Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале «Вязать легко и просто». Сегодня у нас еще одна очень красивая резинка. Это резинка-ячейка. Посмотрите, какая она объемная. Очень интересная. Так выглядит с изнаночной стороны. Вяжется очень просто. Сейчас я покажу вам, как связать такую резиночку. Итак, для вязания такой резиночки количество петель должно быть кратно 4, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Набираем обычным способом необходимое количество петель. Итак, первый ряд. Кромочную снимаем и начинаем провязывать. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом мы провязываем до конца ряда. Изнаночные я провязываю классическими в данном случае. Итак, ряд мы заканчиваем лицевой петелькой, кромочную провязываем изнаночной. Провязали первый ряд. Разворачиваем работу, второй ряд. Итак, кромочную мы снимаем, далее мы провязываем одну изнаночную петлю, провязали, далее смотрите, каким образом мы провязываем лицевую, изнаночную, лицевую, провязали, далее нить перед работой, возвращаем 3 петельки провязанные и обвиваем их, опять возвращаем на правую и вот так подтягиваем немного. Далее 1 изнаночная, и это наш раппорт. Повторяем: лицевая, изнаночная, лицевая, нить перед работой, перебрасываем их на левую спицу, обвиваем вот таким образом, подтягиваем, провязываем изнаночную. Это второй раппорт. И таким образом мы продолжаем до конца ряда. Обвиваем и провязываем изнаночную. Вот так. Провязали второй ряд, разворачиваем работу. Третий ряд. В третьем ряду все петли провязываем по рисунку. У нас 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так до конца ряда. Четвертый ряд. И мы здесь тоже будем делать с вами обвитие. Итак, кромочную снимаем, провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую, 1 изнаночную. И теперь нам нужно будет с вами в шахматном порядке, у нас будут вот эти петельки, мы их провязываем, эти мы провязали так. Далее провязываем 5, лицевая, изнаночная, лицевая, нить перед работой, опять возвращаем на левую спицу, обвиваем, опять возвращаем на правую, подтягиваем, 1 изнаночная. Все, вот эти 3 петли мы вне раппорта провязали. И наш раппорт. Повторяем раппорт. Лицевая, изнаночная, лицевая. Возвращаем все опять на левую спицу. Обвиваем. Подтягиваем. И 1 изнаночная. Это наш раппорт. И так мы продолжаем до конца ряда. Итак, ну вот мы провязали заключительный ряд. У нас, видите, тоже получилось. Вот в начале ряда мы просто 3 петельки, да, до обвития провязали изнаночная, лицевая, изнаночная. И в конце ряда тоже 3 петельки у нас просто провязаны. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И далее вы чередуете с 1 по 4 ряд, вернее, повторяете на необходимую вам высоту. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных 7 петелек.